Здравствуйте. Мы начинаем бороться с вредителями сада тогда, когда они уже расплодились и видны результаты их деятельности. И этим мы делаем очень большую ошибку. Бороться с вредителями сада надо ранней весной, уничтожая перезимовавших особей. Многие вредители наших садов прекрасно зимуют в трещинках коры. Они прекрасно зимуют под листовым опадом. Они зимуют, откладывая яйца прямо на ветках. Переносят наши морозы, тем более, что зимы стали намного мягче. Это чревато тем, что расплодившиеся вредители могут уничтожить весь наш урожай. Поэтому начинаем обработку сада, как только сойдет снег. Чем нужно обработать? Во-первых, нужно обработать препаратом, который уничтожает вредителей. Можно применять такой препарат, как Интавир. Этот препарат эффективно уничтожает и перезимовавших особей, он и уничтожит кладки яиц. Затем нужно обработать наши растения, наши плодовые растения и кустарники от грибковых заболеваний. И вот именно весной можно сделать концентрацию больше этих препаратов и уничтожить как можно больше возбудителей грибковых заболеваний, которые также прекрасно зимуют как в земле, так и в коре. И одним из проверенных средств против грибковых заболеваний для опрыскивания сада является бордоская смесь. В отличие от 3% бордоской смеси, которую мы используем для опрыскивания уже растущих растений, мы делаем 5% бордоскую смесь. Но еще раз повторюсь, 5% смесью мы опрыскиваем только до распускания листьев. Сейчас в продаже появился очень хороший препарат, называется он 30+. Его еще называют весенней промывкой сада. Вот этот препарат эффективно уничтожает медянец, молей, клещей, долгоносиков, ложнощитовок, то есть всех тех вредителей, которые зимуют на наших деревьях. Вот им нужно опрыснуть именно весной наши растения. И плюс здесь же еще содержится и фунгициды, которые уничтожат грибковые заболевания. Конечно же, весной нужно сделать обрезку. И обязательно нужно защитить раны деревьев от проникновения туда разных патогенных микроорганизмов. Для этого применяем мы садовый вар, живая кора и вот такой препарат, как Робин Грин. И обязательно, если вы это не сделали осенью, весной обязательно белим деревья. Этим мы уничтожаем тех вредителей, которые перезимовали в коре. Для побелки можно применить краску специальную и можно применить садовую побелку. Ее недаром называют вот здесь лечебную, потому что она содержит медный купорос, который уничтожит возбудители грибковых заболеваний, и она поможет побороться нам с вредителями, которые перезимовали в коре. И не забудьте приобрести опрыскиватель, чтобы с помощью его обработать наши растения. И вот такая вот весенняя обработка сада поможет нам, во-первых, меньше затратить сил летом. Во-вторых, популяция вредных насекомых будет также значительно меньше. Они меньше нанесут вреда нашим растениям. И мы будем летом использовать меньше химии, потому что летом ее опаснее использовать, если мы обработаем наши растения именно в ранний весенний период. Вот такие наши советы помогут вам избавиться от заселения сада вредными насекомыми.